нам удалось сформировать правоприменительную практику. По моей информации, такая практика в настоящее время существует только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Более того, у нас есть ряд судебных решений о признании виновности лиц по первой части статьи 238, то есть независимо от того, наступили последствия или нет. Я думаю, сейчас те уголовные дела, которые в суде рассматриваются, я надеюсь на это, что они также будут объективно рассмотрены с вынесением обвинительных приговоров или иных судебных постановлений, вот, с признанием состава преступления. Вот. Эта практика позволит нам жестко и принципиально реагировать в случае повторения подобных фактов зимой следующего года, вот, и заставит наши коммунальные службы иначе взглянуть на возложенные служебные обязанности.